На Кубани с начала года отдохнули 4,5 миллиона туристов. Так, в Ейском районе, хотя начало июня было малолюдным, сейчас заняты 80% гостиничных номеров. Сочи же продолжает удерживать лидерство. Отели там практически заполнены. При этом самым популярным местом детского отдыха остается Анапа. 86% мест в санаториях уже заняты. В Геленджике уровень бронирования почти 70%. А спонсор сегодняшнего выпуска – цирк Юрия Никулина на стадионе «Спартак». Открытие циркового сезона в Анапе. С 11 июня на стадионе «Спартак». Цирк Юрия Никулина. В программе «Гимнасты, акробаты, дрессировщики и клоуны». В Анапе на Горького 5. Телефон 7 952 816 42 42.